Почти 36% россиян признаются, что стали меньше читать печатные книги. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. В то же время в 3,5 раза выросло число тех, кто читает или скачивает книги в интернете. Не так важно, найдете вы произведение во всемирной сети или возьмете в библиотеке. Главное, читайте. А что именно, мы посоветуем. Здравствуйте! Сегодня я хочу вам представить книгу Анны Борисовой «Времена года». Под этим псевдонимом скрывается всем известный писатель Борис Акунин. Он, как всегда, оригинален, потому что он поднимает здесь проблемы этические, проблемы геронтологии и старости. «Времена года» — это дом престарелых для богатых стариков. Действие происходит во Франции. Борис Акунин в своем романе поднимает проблемы этические, философские и нравственные. Он остается верен себе, и, как всегда, здесь присутствует тоже тема Востока. На этот раз это китайский город Харбин, в котором проходит юность одной из главных героинь этой книги. Здесь вы встретитесь с прошлым и настоящим, любовь и разлука, старость и молодость, приключения и детектив. Роман, несмотря на поднятые серьезные проблемы, остается 100% авантюрным и приключенческим. Обратитесь к этой книге, вы не зря проведете время. Читайте сами, читайте с нами. За книгой можно обращаться в Центральную городскую библиотеку и ее филиалы, и также к электронной библиотеке «Литрес».